Но джанману на махато на совагам, но банг на будхи на критито шехету, то и риджат бриссистан но пи на бану касаха, чакар сакши баталакшана граджа. Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур. Anybody coming in front of Бхакти Сиддханта Сарасвати не приходил к Шиле Бхактисиддханте Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупаду, у него было одно великолепное качество, у него было особое качество, то, что он мог осознать, он смог осознать, определить точное положение, точное состояние того человека, который к нему приходил. Это у него была такая особенность, он сразу же мог понимать положение и состояние, и уровень, на каком находится тот человек, который пришел к нему. И вот согласно его уровню, Шрила Прабхупада, он использовал качество этого человека для какой-то определенной севы. И это было его особое качество Шрила Прабхупада. И суть в том, что Варнашама Дхарма, вы уже слышали, я говорил, что Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что Бимала Прасад Сарасвати, он послан Гауранга Махапрабху для этого, для особой задачи, чтобы утвердить Дайва Варнашама Дхарму и в то же самое время, чтобы утвердить Сиддханту, особую Сиддханту, Дама Парикрама. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, и для этой особой причины Бимала Прасад Сарасвати, он был послан Шри Чайтанья Махапрабху в этот материальный мир для этой особой севы. И сегодня день ухода Бхакти Дживан Джанардан Госвами Махараджа, но все же я хочу сказать что-то о Дайва Варнашраме. И потом я приду к той теме, как Шрила Прабхупада. Но сейчас я буду говорить о том, как Шрила Прабхупада, он воплотил эту Дайва Варнашраму в этом мире. Вот та шлока, которую я произнес в начале, это шлока, произнесенная Хануманом. И вот Хануман говорит, что Рамачандра, он любит меня не потому, что я происхожу из какой-то знатной семьи, и не потому, что я очень красив, не потому, что у меня есть какие-то особые качества, у меня ничего нету. И на самом деле Хануман, он говорит, чтобы получить милость Верховного Господа, эти качества красоты или происхождения, или знания, или еще что-то, они не имеют значения, как вот в случае с Хануманом. Это все второстепенные качества, они не влияют на то, чтобы обрести милость Верховного Господа Шри Кришны. А чтобы обрести Его милость, у нас должна быть преданность Ему. Я уже говорил вам, что Хануман, он говорит, что я просто животное, но я смог, как я смог получить полную милость Рамачандры, я совершал служение Ему. Кришна бхаджане нахи жаткуллади вичар. Who is doing bhajan? Тот, кто совершает Кришна бхаджан, он может прогрессировать. Это не зависит от его происхождения, либо красоты, либо знания, либо образованности, либо еще что-то чего-нибудь.
И мы знаем имя Шабари, она, несмотря на свое очень низкое происхождение, она просто происходила из племени людей, которые живут в лесах. Она родилась там, Шабари. Но все же, по милости Гурудева Гаутами Риши, она получила полную милость Рамачандра. Вы уже знаете, что случилось. Шабари, она жила в ашраме. Те муни риши, которые находились там, они принимали омовение в том сароваре, в том водоеме, который там был. Они пили воду из этого водоема. И однажды они увидели, что Шабари, она пила, брала воду, точнее, из этого водоема. Они возмутились, отругали ее. Ей стало стыдно, она ушла, покинула это место. И вскоре этот водоем стал очень грязным. И с этого дня этот водоем стал очень грязен. Никто не мог, даже он ужасно вонял, и никто не мог прикоснуться к нему. И те риши-муни, они подумали, это потому, что Шабари прикоснулась к этому саравару, и поэтому он осквернился, и теперь бесполезен, мы не можем использовать воду с этого водоема. И вот они думали таким образом, но вскоре Рамачандра пришел, сам Рамачандра пришел в это место, в их ашрам. И для Рамачандра Шабари ждала Рамачандру долгое время, и Гаутами Риши сказал ей, что Господь придет, чтобы благословить тебя, и поэтому она ждала его. Каждый день она собирала цветы и плоды, и она хранила их для Рамачандры, чтобы предложить ему, когда он придет. И вот так день за днем, год за годом она ждала, но Рамачандра не приходил. Но однажды Рамачандра пришел в этот ашрам, и Шабари, она была очень счастлива. И после этого Рамачандра, чтобы показать настоящее настроение бхакти, Рамачандра сказал Шабари: «О Шабари, принеси воды для меня из того саровара». Но ему сказали, что сейчас этот водоем, он бесполезен, он осквернился. Но Рамачандра все равно сказал: «Иди принеси воды с этого саровара». Шабари вынуждена была пойти. Она набрала воду, и как только она прикоснулась к этому саровару, этот саровар, он очистился сразу же. Он стал чист, подобно зеркалу. И эти риши-муни, они осознали, что Шабари, хотя она происходит из очень-очень низкой касты, из каких-то касты лесных жителей, но бхакти — это нечто отличное. И вот Шабари, она получила полную милость Рамачандры. И таким образом, независимо от нашего происхождения, наших убеждений, мы можем таким образом доказать, что бхакти превыше всего. И вот что же Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит на эту тему. И мы вернемся в Пурушоттам Даму. Там однажды происходила лила Господа Сарвабхаума Бхаттачарья, и он вместе со своей женой, Шатирма ее звали, они готовили для Шри Чайтанья Махапрабху. Практически каждый день, когда... И вот однажды Сарвабхаума Бхаттачарья пригласил Шри Чайтанья Махапрабху, они, чтобы он принял просад в его доме, но его этот муж его сестры, он хотел посмотреть на Махапрабху, как он принимает просад, но никого не пускали.
его не пускали. Но в тот день, случайно, когда Шри Чайтанья Махапрабху, он... That son-in-law of Sarva Bhattacharya Sadhanaguru этот муж дочери, по-моему, как-то так, он увидел, что Махапрабху столько ест прасад, и он начал критиковать его, что ты саньяси, а так много ешь. И когда он начал его критиковать, тогда Сарвабхаума Бхаттачарья заметил, что... А он, когда это увидел, он хотел его поручить, но он убежал. И Сарвабхаума Бхаттачарья, когда он пришел к Махапрабху, он... And what to do? Он извинился, что у него такой этот родственник. And Shatirma, I mean, wife of Sarvabhaumacharya, fasting. И Сарвабхаума вместе со своей женой они начали поститься из-за того, что их родственник оскорбил Махапрабху. А Махапрабху сказал: а что делать? Он достаточно молод, может, он говорит так из-за своей глупости, поэтому мы не должны обижаться. И после этого Махапрабху ушел с их дома, и этот родственник Сарвабхаума Бхаттачарьи, он заболел холерой. Он практически умирал. И после этого что случилось? И тогда Сарвабхаума Бхаттачарья сказал правильно, то, что он умрет, это хорошо. Но когда Сарвабхаума Бхаттачарья, он сказал так, то Махапрабху сказал, ты должен простить его. И когда он практически умирал, как-то случилось, что он встретился с Махапрабху. И Махапрабху сказал, что твое тело происходит из брахманской касты. Ты находишься в теле брахмана. Тело брахмана, но оно должно служить хари. Оно предназначено для хари баджана. А почему ты? И вот Господь сказал, что твое тело, оно тело брахмана, оно должно служить Кришне. Кришна, он... И зачем ты... То есть сам Кришна может присутствовать в твоем теле, а зачем ты оскорняешь его? Your heart should be very pure. И твое сердце должно быть очень чисто. Почему же ты его оскверняешь? So Prabhu cannot sit here. И Господь не может войти в твое сердце. И таким образом Махапрабху показал, что тело брахмана, то есть что это значит? То есть просто иметь брахманское тело – это мало. Должно быть ума, настроение брахмана у него. У него должна быть сильная, непоколебимая вера в Верховного Господа. Не должно быть никакой зависти и ничего похожего. И таким образом брахманы, кшатрия, вайши и шудры, любой человек, приходящий к Шри Чайтанье Махапрабху, благословлял их. И занимал их в нужном служении. И Шрила Прабхупада также, он занимал всех преданных согласно их склонностям, согласно их природе. Это было одно из особых качеств Шрилы Прабхупады. Но смотрите, если человек только происходит из брахманского, как сказать, из брахманской семьи, но этого мало. У него должно быть умонастроение брахмана также. Наше тело состоит из пяти первоэлементов.
Не только наши, вообще все любые тела живых существ, они состоят из пяти первоэлементов. И мы не можем сказать, что это тело Брахман. А если человек по касте Брахман, то этого опять же мало, поскольку вот в примере с Хануманом или Джатаю, они или Гаджендра, например, в Ритрасур, они происходили далеко не из брахманских семей. Васишта Муни, он родился от Урваши. Вот Махарадж перечисляет, что многие известные мудрецы родились не из брахманских семей. То есть происхождение, оно не влияет на преданность. То есть не столь важно, в какой семье родился человек, поскольку брахман – это особое качество, особое умонастроение. А если у человека нет этого умонастроения брахмана, то мы не можем сказать про него, что он брахман. И таким образом можно видеть, как, например, Ришабхадев, он аватара, Бхагават аватара Ришабхадев. Но его 100 сыновей, 81 сын стал чистым брахманом. Новоюгендра. Они стали новоюгендрами. То есть не все брахманы стали. Хотя он сам кшатри был. То есть брахман — это не каста. Брахман — это не тело. Брахма — это не материальный ум. Брахман — это бхава, это наше, как сказать, умонастроение. Сриану садхарму вигунаха парадхармат санусчитат садхарме нидханам срио парадхарма бхаяваха. Садхарме нидханам срио парадхарма бхаяваха. Садхарме нидханам срио парадхарма бхаяваха. According to their quality, according to their previous samskar. Вот согласно их качествам, предыдущим самскарам. According to their previous samskar, if they are developing this kind of condition, according to that we will have to judge. According to that we will have to judge. Not like blind. Actually, if you according to their previous samskar, человека по их качествам. И вот согласно этим качествам можно уже сказать о людях, кто брахман, кто кшатри, кто вайшья. И раньше риши и муни, они так определяли качество. То есть, может быть, человек родился в семье кшатриев, но риши и муни могли запросто сказать, что он брахман. А если вдруг кто-то родился из семьи брахманов, то далеко не факт, что станет брахманом. Он может быть кшатриев. Джамадагни муни, он сын Парашурама. Парашурам, он родился в семье брахманов, но вел себя как кшатри. И вот это зависит от их предыдущих самскар, на каком уровне они находятся и как себя ведут. И согласно этому мы должны определять варну и ашрам конкретного человека, а не просто по тому, где он родился. И вот сегодня день ухода Бхактидживан Джанардан Госвами Махараджа. Он родился в семье Рай Рамананды.
He took birth in Raya Ramananda family. And actually, seventh succession, Он был седьмом или восьмом поколении от семьи Рай Рамананда. Он родился в области Ганджама, это где-то на границе Ориссы и Андхра-Прадеша, где Шрила Вайканас Госвами Махарадж родился. Вот Бхакти Гаурав Вайканас Госвами Махарадж, он родился в той же области, он там работал священником царя, и там однажды он встретил Шрилу Прабхупаду и принял прибежище у него. И после этого он жил там, иногда в Чайтанья Матхе, иногда в Орисе, в каком-то храме в Орисе, в Чатак-Парвати и в других местах. Actually, point is that he was Puran Bhakta. Puran, you know, all Puran he memorized. И вот он был такой преданный, как Пуран Бхакта его звали. Он помнил все Пураны и их наизусть читал, рассказывал. Он построил храм в Каракпуре. Два храма можно найти его. Kharagpur station near another inside. I went there long ago, one time. Two temples he is making there. And actually, he developed friendship, very strong friendship with Vaman Goswami Maharaj. И вот он дружил с Ваманом Госвами Махараджем, поскольку Ваман Госвами Махарадж, он со своего детства он жил в Шри Чайтанья Матхе вместе с Шрилой Прабхупадой, и в то время Бхакти Джанардан Госвами Махарадж, он тоже жил в Чайтанья Матхе, и там они подружились. Джанардан Госвами Махарадж, он занимался разным служением, но он даже выращивал овощи в огороде, но главное то, что они служили Гуру Вайшнавам, они служили всем старшим Вайшнавам, которые были в Матхе. И вот Джанардан Госвами Махарадж, он построил храм там, и у него было особое качество. Я слышал от Шрилы Вамана Госвами Махараджа, что Джанардан Госвами Махарадж, он внешне живет как бы так, но внутри его Гопи Баба. И однажды Ваман Госвами Махарадж сказал, just inside gopi, outside like ordinary man, and all cows, you know, he used to keep cows there, cows in his temple, so many cows. И вот Джанардан Госвами Махарадж, он очень любил коров, и в его храме всегда было много коров. И он иногда говорил, что мы как бы эти пастухи, и поэтому должны служить коровам. Он сам служил коровам, а когда он куда-то ездил, и когда возвращался, то он для коров привозил с собой какой-то еды. И эти коровы, они очень умны были, они просто по запаху определяли, что Махарадж приехал. И когда он приезжал в храм, они уже мычали, стояли там. И Махарадж, когда сначала входил в гошалу, раздавал им фрукты и прочие подарки коровам, и потом только шел в свою комнату. И однажды он дал такой указ
что они заказали Мурти, Шримурти, Шрила Прабхупады в Джайпуре. И вот там эти мастера сделали виграху Шрилы Прабхупады. И после этого, это виграха, когда ее доставили из Джайпура туда, в Каракпур. И вот там запаковали, и когда эту виграху доставили и привезли в храм, то Джанардан Госвами Махарадж сказал всем, чтобы быстро открыли это. Чтобы открыли, вытащили виграху из ящика. И как только ее вытащили, Джанардан Госвами Махарадж начал совершать арати виграхи Шрилы Прабхупады. А все удивились, поскольку нужно сначала установить, призвать божеств, и потом только арати нужно совершать. А Джанардан Госвами Махарадж сказал, что он уже начал проводить арати сразу же, как только распаковали Мурти Шрилы Прабхупады. И таким образом не все поняли, что случилось. И Джанардан Госвами Махарадж сказал, что если виграха свапракаш, самоявленная, самопроявленная, если она уже проявилась в моем сердце, я просто дал указание тому скульптору, чтобы он сделал эту виграху в металле. То есть эта виграха, она уже явилась в моем сердце. А внешне я заказал его мастера. И также случилось, когда Шрила Прабхупад, он отправился в Ассам. И там был Рай Рамананда Прабху. Шридхар Махарадж. Шридхар Госвами Махарадж. И когда там они открывали первый Гаудиамат, Шрила Прабхупад был там, и все было готово уже. Подготавливались к церемонии установки божеств. Шрила Прабхупад был в Баджан Кутире, и он сказал Рай Рамананде Прабху, чтобы он пошел и подготовил все. Когда все готово, то позови меня. Я приду и начну церемонию установки божеств. И тогда Рай Рамананда Брамачари, Шридхар Госвами Махарадж, он все сделал. Он очистил, помыл божество, а потом он помыл их асану, нарядил их, все сделал, и после этого он предложил им гирлянду виграхе. И после этого они позвали Шрилу Прабхупаду: «О, Прабхупад, все готово, пожалуйста, приходите, все готово». И когда Шрила Прабхупад пришел, открыл двери и удивился, он сказал, что виграха уже установлена, мне не нужно ничего больше делать. И все были удивлены, как это случилось. Не было никакой яги, никакой церемонии, установки божеств, ничего не было. А Шрила Прабхупад сказал, поскольку Рай Рамананда, он предложил гирлянду в виграхе, то и с этой гирлянды Кришна и Гауранга рана, жизнь, и она вошла в нее. И также я слышал от Гуру Махараджа, что те возвышенные души, у них, если они дают указание кому-то, если для изготовления виграхи, когда виграха виграху привозят в храм, то из-за их любви жизнь сама входит в эту виграху. И Рамануджачарья также говорит,
что вы не можете кланяться никакой виграхе, которая, то есть мы не можем всем подряд божествам кланяться. Любая виграха, которая установлена чистыми гуру вайшнавами, вот им нужно кланяться. А какие-то люди, какие-то идолов устанавливают, то им нужды нет, и не нужно кланяться. И вот если какая-то виграха или шива, если они установлены чистыми вайшнавами или браманами, то тогда мы можем им кланяться. А если по какой-то причине виграха, жизнь ушла из виграхи, как, например, в каком-то кране, в каком-то храме не следует всем правилам и предписаниям, занимается чем попало, то в этом случае божества, точнее жизнь из божества может уйти. Божества как бы внешне остаются, но жизнь из них уходит. И если в каких-то божествах нет жизни, она не явилась еще, то любой чистый вайшнав, если чистый вайшнав кланяется такой виграхе, то Кришна, он может явиться в той виграхе, в которой кланяется чистый вайшнав. И Джанардан Госвами Махарадж, он хотел доказать нам, что любой чистый преданный, который если какой-то чистый преданный заказывает виграху у какого-то мастера, то она уже, то жизнь уже есть в этой виграхе, но чтобы, то есть сначала она является в сердце такого вайшнава, и потом уже она проявляется в каком-то камне, либо в металле, либо еще в чем-то. Но внешне, чтобы люди не критиковали и не думали ничего плохого, проводится церемония установки божеств. They make samadhi actually today, this day actually, samadhi dham. И вот сегодня тот день, когда совершили церемонию самадхи Джанардан Госвами Махараджа, и когда Джанардан Госвами Махарадж оставлял свое тело, то в то время Ваман Госвами Махарадж, он был в Южной Индии в каком-то месте, и какие-то преданные сказали, что о Гурудев, только что мы узнали, что Джанардан Госвами Махарадж оставил свое тело. И Ваман Госвами Махарадж сказал, я уже знаю. Перед тем, как после того, как он оставил свое тело, он пришел ко мне, встретился со мной и ушел. И таким образом Джанардан Госвами Махарадж, он Махарадж на сегодня заканчивает, поскольку он простудился. И в предыдущий день я забыл сказать вам, что Murari Gupta wrote Karcha. Actually, all whole Chaitanya Lila we can get from Murari Gupta Karcha and Murari Gupta Sai Karcha. И Сварупа Гасай, они описали все лилы Шри Чайтанья Махапрабху. Рагунатха Дас Гасай все это запомнил, и в Гамбхире и такой же практически. In Gambhira Mandir, because think when I go down, I can remember the second sloka. Darotrayam anudghatto, bhittitrayam uru
Bilango Uchai Kalingi Kosurovimadya Patita. This slope. Mane remember I could say na I forget actually. Due to see so many pressure there, labor working, 10-12 labor there, whole day actually. Goshala there, actually, due to that. Anyway, if you have any question I can speak in details. Не, Махарадж говорил, ну, про шлоку, который он вчера, в предыдущий раз забыл сказать. Всегда. Шилограмма всегда. Но шилограмму не нужно устанавливать. В вопросе, ну, то же самое. Прослушал. Вопрос о том, отличие Харинама от Дикши, то есть как бы они то же самое значит. В чем конкретно отличие? Вот. Отличие в чем? Шрила Бхактивинода Тхакур говорит. Дикха Пурасчаран Види Апекшана Каре. It is written in Chaitanya Charitamrita, one sensitive issue. В читании Чайтамрити такой стих есть на очень чувствительную тему. Дикха Пурасчаран Види Апекшана Каре. Джуха Спасе Ачандале Удхаре. Maybe Чандал. Что может быть чиндал или то, что происходит из низкой семьи, неважно, независимо от его происхождения и убеждения, Харинам, он может спасти его. Никакой дикши не нужно. И вот вопрос, у вас очень великолепный вопрос. Все могут узнать нечто важное. Но суть в том, что дикша... Она нужна, поскольку без дикши мы не можем развиваться. Но Харинама сам полный, сам по себе. То есть, как это понять? То есть Харинам, он сам полон, сам по себе, он самодостаточен. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что Рагхунатх Дас Гасай уже написал, что... Что вам нужна дикша? Почему? Поскольку бесконечное число времени вы находились в этом мире, у вас есть какая-то связь с миром, и у вас есть связь с этим материальным миром, подобно тому, как... Семя баньяна, например, она может расти 3000 лет, а то и 5000 лет, и его корни и ветви они расходятся достаточно далеко. А где, то есть она обрастает корнями, что тяжело найти первый корень, который был. И также эти материальные люди, живущие в материальном мире, у них тоже есть привязанность к материальному миру. И оно подобно такому баньяновому дереву, которое разрослось своими корнями по большой площади. И это тяжело взять и вырвать, вот просто так. И таким образом обусловленные души очень долгое-долгое время у них есть была связь с этим материальным миром, и практически невозможно для них, чтобы обрубить эту связь с материальным миром. Very nasty. Today's sloka also due to sickness. Evam guru pasanaika bhaktya vidya kutareno siteno jiro vibrischa jiva sayamayam apramatya sangrischa atmanamatho. I told you, Taijyastham. This sloka. So, by the hacksaw, you have to cut. И вот с помощью гуру-крипы, которая подобна острому топору, можно обрубить это дерево связи с материальным миром. Дикшана должна быть, она гайтри, она поможет вам избавиться от влияния материального мира, от материальной обусловленности. Повторите гайтри, брама-гайтри, с ее помощью
все ваши материальные привязанности, они уйдут от вас. Поскольку Кришна, Он находится на очень высоком уровне, на великолепном, возвышенном, сказать, на высоком уровне, который тяжело просто взять и достичь. А Рупа Госвами что говорит? Он говорит в намаштике «Мукта кулай рупасяманам». Рупа Госвами Пад говорит в своей намаштике, что Кришна, он, Кришне могут поклоняться только мукта пуруши, которые полностью освобождены от, всех, от всего материального. So what about how we can harmonize? Как это все гармонизировать? То есть харинам он как бы полон, но чтобы получить такой полный харинам, нужно стать мукта пуруши. То есть Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что согласно нашим предыдущим самскарам, если у вас есть стопроцентная вера без капли сомнений в имя Кришны, в Кришнанам, согласно, то есть, может быть, вы в предыдущей жизни совершали баджан, кто знает, и вы развили огромную, непоколебимую веру в имя Шри Кришны. И тогда Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, для таких личностей дикша не нужна. Сам харинам, он может спасти вас. И внешне вы можете найти Парикшит Махарадж, что не получал никакой дикши. Что Парикшит Махарадж не получал никакой дикши ни от кого. Парикшит Махарадж просто слушал Шримад Бхагаватам. Понимаете? И Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Прабхупад говорит, что Бхагаватам, слушание Бхагаватам с начала до конца, от шлоки Джанмадаси до Намасанкиртана Ясья. И после того, как он выслушал весь Бхагаватам, кто-то спрашивал, как мы можем сказать, что Парикшит Махарадж получил посвящение, а Шрила Прабхупад спрашивает, что ты имеешь в виду под дикшей? Шрила Прабхупад Бхакти Сиддханта Сарасвати спрашивает, что вы имеете в виду под дикшей? Дикша значит развить знания о нашей вечной связи с Верховным Господом Цамбандха Абхидея Прайоджана. Понимаете? И Шрила Прабхупад говорит, Бхагавад-катха, он слушает Бхагавад-катху, и после того, как он выслушал всю Бхагавад-катху, то Парикшит Махарадж развил самбанту, абхидею и прайоджану. И как вы можете говорить, что у него нет посвящения, нету дикши, поскольку, смотрите, Джанмадаси Ято, это уже Брахма Гайатри. Это шлука, он уже не отлично от Гайатри. И Парикшит Махарадж получил посвящение с помощью этой первой шлоки Бхагаватам. И в то же самое время в Бхагаватам три или четыре раза говорится о нем, что он Махабхагавата. И Парикшит Махарадж получил посвящение с помощью слушания Шримад Бхагаватам. Его дикша, она случилась. Он ученик Шукадева Госвами. Нельзя сказать, что он не получил посвящение. И в то же самое время обычные люди, если у них есть как бы дикша, они посвящение получили, но проходит 20 лет, и у них нет никакой связи о их взаимоотношении с Верховным Господом, то как можно сказать, что они получили посвящение? Это невозможно. И вот Шрила Прабхупад объяснял это понятие посвящения дикша. Так называемая дикша, такая ложная и настоящая. Настоящее посвящение, настоящая дикша, что у вас развивается знание о вашей взаимосвязи с Верховным Господом. Поскольку если у вас нет самбанхи, самбанха гьяна, абхиде вы не можете начать. Прежде всего, самбанха должна быть, знание самбанхи. И только потом возникает вопрос абхиды, цели. Точнее, пути к цели. И как, например, в материальном мире можно найти, что если кто-то женится на ком-то, то люди потом относятся к
соответственно, к мужу или к жене, и когда у них рождается ребенок, то они чувствуют себя родителями, и тогда они уже, и они уже осознают себя как родители этого ребенка, и, соответственно, действуют, они уже знают, что им делать для этого ребенка, из-за того, что они знают, что это наш ребенок. И в материальном мире мы можем видеть, они, и так люди, они из-за того, что они осознают свою связь с кем-то, они делают что-то для этих людей, ну, как мать делает все для сына или отец для сына. И также на духовном пути у нас должна быть самбандха, наше знание о нашей связи, наших отношений с Верховным Господом. И когда у нас есть такая самбандха гьяна, мы должны начать абхидая путь, и так мы достигнем прайоджаны, нашей наивысшей цели. И тогда Шрила Прабхупада и Шрила Бхактивинода Тхакур, они говорят, с помощью Харинама он может помочь вам. Харинам он может помочь вам. Но если у вас есть твердая, непоколебимая вера в Харинам, что Харинам полон в себе, что Хари, он не отличен от Харинама, и если у вас есть такая твердая вера, то дикша вам не нужна в этом случае. С помощью Харинама ваша дикшана случится. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что если, согласно вашим прошлым самскарам, у вас есть непоколебимая вера в Харинам, что вы получили Харинам, вы обрели все, то тогда вы сможете стать успешными в этом случае. Иначе вам нужно принять Харинам и чтобы получить настоящий харинам, нужно избавиться от влияния материального мира, вы также дикшу должны получить, чтобы пересечь этот материальный мир. И таким образом, дикша и харинам, они очень важны. Но если у вас есть непоколебимая вера в харинам, то этого достаточно. Дикша вам уже не обязательно. Хотя это не всегда так видно. В тот момент, когда вы осознаете, что Харинам не отличен от самого Хари, то вы встретитесь с самим Кришной. Шрила Прабхупад говорит, принять Харинам и встретиться с Кришной – это то же самое. Принять Харинам и встретиться с самим Кришной – это то же самое. И таким образом мы должны думать в таком ключе. Дикшина нужна нам, поскольку у обычных людей нет таких качеств, такой непоколебимой веры, и поэтому после Харинама мы должны ждать и получить Гаятри. This purposely not is somehow doing. This way they can cut and go up, practice. After that Gurudev giving Diksha. Sometimes Gurudev giving Diksha, Harinam at a time. Harinam and Diksha at a time. Sometimes it happens. It depends in what condition he is. То есть иногда Гурудев может дать и Харинам и Дикшу одновременно. Это зависит от конкретного человека. Вопрос по Гуру Татве. He's resident of Goloka. Yes. So how to harmonize the two? Actually, Kiva Shudro, Kiva Nashi. То есть с одной стороны говорится, что гуру должен быть жителем Голоки, а с другой стороны, что
Кем бы ни был человек, если он знает Кришна Таттву, то он и есть Гуру. И как это все гармонизировать? Я могу несколько примеров привести. Рай Рамананда, он родился в семье Шудры. Вамшидас Бабаджи Махарадж родился в семье рыбаков. Гокишодас Бабаджи Махарадж родился в семье торговцев. Рагунат Дас Гасай в семье торговцев Вайши. Большинство наших гурваги, они были рождены в семьях торговцев. Далеко не все были из брахманских семей. И на самом деле, те, у кого есть вечная связь с Шрилой Прабхупадой, у них есть их вечная связь с Шрилой Прабхупадой на Галоке. Как это осознать? И вот смотрите, суть в том, что вот, согласно этой шлоке, если там какие-то преданные, они удовлетворяют этот признак, то есть если они, мы видим этот признак в них, что они исполняют желание сердца с Чайтанья Махапрабху, то, несомненно, они жители Галоки. Как, например, Бхагаватима. Жена Бхактивинода Такура, мать Шилы Бхакти Сиддханты Сарасвати. У них... И вот однажды из Калькутты она приехала получить даршан Горкишодас Бабаджи Махараджа. И вот она приехала, поклонилась ему, и Горкишодас Бабаджи Махарадж начал шутить над ней: «О, мать, зачем ты приехала сюда? Получить даршан Виграхи или на рынок в Навадипу приехала? Зачем ты приехала?» Она сказала, что «Я приехала сюда, чтобы получить твой даршан, мой даршан». Ты не можешь понять, что Гуру Паршат, он живет в твоей комнате, в твоем доме, сам Шрила Бхактивинода Такура. Зачем ты тратишь время, приезжая в такие отдаленные места? То есть он спросил, зачем же она приехала, и она сказала, чтобы получить ваш даршан. А на что он ответил: «А зачем Гуру Паршат Бхактивинода Такура, он живет в твоем доме?» И вот Шрила Бхактивинода Такура получил указание от Дваракешвара, одного Махадева Хугли, который был. И вот он, однажды Махадев явился к нему во сне и сказал: «Зачем ты собрался ехать во Вриндаван? Ты не знаешь, что здесь есть скрытый Вриндаван, на воды дамы, и кто же позаботится о ней?» Поскольку Шрила Прабхупада говорит о Бхактивинода Такуре, как о Надия Пракаше, он явил славу Гуранги. И вот из этого можно сделать вывод, что он следует желанию сердца Шри Чайтанья Махапрабху. Второй пример – Вамши Вадас Бабаджи Махарадж. Они все вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. А как понять это? Там можно понять по их действиям. Maybe they are from Vaishya family, from some of them from Brahmin family. Одно из главных признаков, если они исполняют желание сердца Шри Чайтанья Махапрабху, то они, несомненно, его спутники самой Галоки. Rai Ramananda taking birth in a low family. И вот Рай Рамананда, он родился в очень низкой семье. Кала Кришна Дас, вы знаете, он тут уже. Махапрабху leave him. Махапрабху оставил его даже. Махапрабху, когда был в Южной Индии, вы знаете, что случилось там с Кала Кришна Дасом. Он, они походили мимо Бататари, и он там пал, Махапрабху вытащил его. И Нитянанда Баларам, они настолько милостивы, я могу
в дальнейшем объяснить их милость, когда Гуранга Махапрабху не хочет давать свою милость кому-то, как, например, в случае Жагая и Мадхайма или Кала Кришна Дасам, когда Махапрабху уже выгнал его, то Нитянанда, он очень милостив. Нитянанда взял его, утешил, дал служение, giving some seva, sending him to Navadvip. И отправил в Навадвип. So, и Балдев Чаритра, Гуру Чаритра, настолько особо, like настолько уникальна, so как Дурьотхана, you know, например. Он очень, как сказать, он очень падший, но Баладев, он хотел помочь ему. Вот согласно этой шлоке, когда человек знает татву, и он может не просто знать, он осознал, не запомнил, а именно осознал всем сердцем. Татва-вета значит, тот, кто осознал татву, и если он осознал татву, значит, он уже возвышен, естественно, он совершает вечное служение. И что плохого в этом? Может, он происходит из какой-то низкой касты, но какая разница? Он может действовать как гуру. Даже некоторые женщины могут быть гуру, как Ганга Мата, как Урани, и еще Джанава Мата. Дочь Шинивас Ачарьи Хемалата Такурани. Она действовала как гуру, но далеко не каждый может быть таким гуру. Это зависит, опять же, от качеств человека. А в те древние времена Риши Муни можно было найти. Maitri, Gargi, I used to get. А вот еще даже в древности некоторые женщины, Матрея Гарги, например, они получили Брама Гайтри и священный Брамманский шнур, но они были очень возвышены, они были выше Стри Дхармы. Можно найти в древности, что в Ведах приводятся примеры, что некие риши были в женском теле. Какие-то мантры явились перед ними, они их проявили. Они записали эти мантры, которые явились к ним. Но это особый случай. Все. No, actually, Jai Krishna Tattva Veta, Shai Guru Hoy, he can act as Guru. No problem. What problem in it? Because I'll speak specifically in my experience with this Iskcon, half of my godbrothers who took the post of Guru all left Krishna consciousness and fell down in very shameful ways. No, actually, this is a case different. I told you one question. Eternal Guruji, Guru, eternal existence there, that means Sri Chaitanya Manavishto Sthapitam Jnana Bhutale. It should be perfect. Like one verse you can find about Prabhupada when we Sujanar Budhara Dito Bhaduju, there you can find. There you can find one, so Парамхамса варам парамартхападим, аштаки, Прабхупада аштаки, можно найти такие слова, что он принял саньяс, чтобы спасти всех падших душ. И сейчас
мы видели, что многие, я вот видел, что многие ачарьи и саньяси, что кто-то говорит на приёме, и кто-то получил харинам от Шрилы Прабхупады, то это они уже освобожденные души, но нет, это не так. Далеко не все ученики Шрилы Прабхупады, его вечные спутники, поскольку вот Прабхупада таки говорится, что он пришел, чтобы спасти падших, не только. Иначе не было бы таких слов в описании его качеств. То есть Шрила Прабхупада пришел в этот мир, он принял саньяс, чтобы спасти падших душ, а не тех, кто является уже его личными спутниками. Вечными спутниками. И также Чайтанья Махапрабху, он спасал как падших душ, так и... Но также вместе с ним он являлись его вечные спутники. То есть далеко не все были вечными спутниками с Чайтанья Махапрабху, если они просто встретились с Махапрабху, это не факт. Что они уже его вечные спутники. Если, например, мы изучим Гору Ганандаш Дипку, то можно найти так много прекрасных личностей там было. А имеется в виду, далеко не все там описываются как вечные спутники Шри Чайтанья Махапрабху. И также Шрила Прабхупада, он пришел в этот материальный мир, чтобы спасти обычных людей. Но это не значит, что все те, которые пришли к Шрили Прабхупаде, они уже автоматически его вечные спутники. Может, кто-то действует как ачарья и падает, но если бы этот... То есть Махарадж говорит, если бы этот ачарья по-настоящему был бы вечным спутником Шри Чайтанья Махапрабху, то он не мог упасть даже теоретически. А если это происходит, то, соответственно, он не вечный спутник. Для проповеди у нас должно быть особое качество в читании Чайтамрити. Говорится, Шрила Прабхупада говорил о нем много раз. И вот там говорится, что без милости Кришны, без Кришна Шакти, вот, невозможно проповедовать по-настоящему. То есть, если кто-то просто куда-то ездит по разным местам, это далеко не всегда значит, что они вечные спутники Махапрабху. И вот говорится, что без... Бхакти без Кришна Шакти. Если вы Бхакти такого говорит, что если вы приходите к какому-то вайшнаву, даже если он ничего не говорит, просто видите его, уже ваше сердце меняется. Если это, конечно, настоящий вайшнав. Но такую силу, такое величие и энергетику вайшнава далеко не везде можно найти. А что значит проповедь? Проповедь значит это утвердить, установить бхакти в сердцах обусловленных душ. Но для Махапрабху это возможно. Да, он мог сделать преданными даже животных, но далеко не каждый может это делать. Как Расикананда, например, даже слон стал преданным под его влиянием. Но далеко не все могут, имеют такую силу, могут так сделать. Но есть также другой случай, как с Васуда Випрой, например, Махапрабху. Он дал ему особую силу, и он смог проповедовать. И когда Шри Чайтанья Махапрабху пришел сюда, в этот материальный мир, это особый случай.
Even Chaitanya used to give everybody. Patra, patro, vichara, и также про Махапрабху говорится в этой шлоке, описывается его безграничная милость. И в случае с Махапрабху это особый случай, когда он пришел в этот материальный мир. Кто бы не приходил к Махапрабху, если у него не было оскорблений. Even opera, даже if opera gone, у него если были оскорбления, и он, in his lifetime, yeah. Lila time, like, если you know, этот человек избавлялся от влияния этих оскорблений, как Девананда Пандит, например, он совершил великое оскорбление, он читал Бхагаватам, а Шринивасачарья, он плакал, когда он слушал Бхагаватам, а его ученики взяли и выкинули. И Махапрабху, он Антарьями, он знает все, что происходит. И поэтому он получил реакцию за это, но в будущем он служил, Девананда Пандит служил Вакрешар Пандиту, и Махапрабху простил его. Почему Шрила Кешава Госвами Махарадж назвал свой мат Девананда Гауди Матхам? Для того, чтобы напоминать нам, чтобы мы помнили о Девананда Пандите. Не пытайтесь стать просто пандитом, этого мало. И поэтому Кешава Госвами Махарадж назвал свой мат Девананда Гауди Матхам, чтобы мы помнили, что Девананда Пандит совершил такое оскорбление. Он знал Бхагаватам, читал Бхагаватам наизусть, но не было бхакти в его сердце. Даже Шри Чайтанья Махапрабху хотел забрать Бхагаватам у него, поскольку у него не было права читать Бхагаватам. Шри Чайтанья Махапрабху говорил, хотя все люди говорят, что он великий пандит, понимаете? И таким образом, если разбираться, то... Devananda Pandit, he was actually Pandit. Что Девананда Пандит, он был пандитом, но не настоящий, он совершил оскорбление. И после того, как он искупил свое оскорбление, то Махапрабху, он благословил его. Или в случае с Чапал Гопалом, когда они пришли к Махапрабху, Махапрабху сказал, что вы должны страдать жизнь за жизнью. И после этого, когда они просили прощения, они были прощены. И также случай с Кази, с Чан Кази. Он получил милость Махапрабху, но это не всегда так происходит. И также такое мнение. Существует и неправильное понимание в Вриндаване и прочих местах, что без не совершая Харибаджан мы можем получить все. В одном из киртанов говорится Набаджита Дея Прабхуван, то есть без баджана, как можно получить прему? Почему Махапрабху говорит тут такие слова, что без саданы, без саданы мы не можем достичь цели, без пути мы не можем достичь цели. Но Наротам Таку в одном из киртанов говорит вот эти слова. Sadhan Saran Lila, your Sadhan and Saran. Under the guidance of Sadguru, то есть наша садхана, наша практика и памятование, она не должны происходить под руководством Садгуру. И мы должны избегать аппарат оскорблений всегда. Ни телом, ни умом, ни речью мы не должны совершать оскорбления, и все должно быть в гармонии. Наше тело, наша речь, наш ум. External, outside people cannot understand the mood of pure Vaishnava. They cannot understand. So actually, without bhajan you cannot get. Без баджана мы не можем обрести Кришну. Но можно видеть, много людей могут что-то красиво говорить, но. I beg for pardon. They are going. Sometimes they fall down. So special quality, Prabhupada giving.
And in Chaitanya Charitamrita also, if time permits, if I, my health is good, I can go on speaking very deep discussion. Actually, it is written, Akarat opi bhedavyam, strinam vishayanam opi. И вот в этой шлоке, которая произнесена Шри Чайтанья Махапрабху, говорится, что внешняя форма, мы не должны придавать особого значения внешней форме. That is also dangerous. For whom? Those who are not sense organ, not under control. Those who are vijitātmanaha, those having some control, no problem. And controlling is at the like mathematics. And controlling is 100% possible when you are enjoying Sadguru Kipa. And Sadguru Kipa is 100% possible when you are having total bhakti. Chain wise. So Mahaprabhu giving this. So if I speak in front of all preacher, they become very angry with me. I say for preaching, at least you should get the quality of a Madhyam Adhikari. То есть есть начинающий Мадхьяма Адхикари, средний и продвинутый. Вот нужно достичь продвинутого уровня. Для проповедника он должен быть, по крайней мере, третьего уровня Мадхьяма Адхикари. И тогда он может проповедовать по-настоящему. Он должен знать Сиддханту, у него должно быть. То есть он должен видеть суть, а не форму. У него должно быть самосознание. То есть, ну, главное то, что он должен видеть суть, а не форму вещей. Амеддапурне кирмикит самкуле савава дурганди винин нитантаре. It's one nice word, Prabhupada used to say. Вот в этой шлоке, которую цитировал Шрила Прабхупад, говорится, калеваре, мутро, раманти мудха, бираманти пандита, те, кто мудрые, самосознавшие себя души, они никогда не смотрят на внешние формы, они смотрят только на душу, пребывающую в теле. Самосознавшие себя души, они только смотрят на душу, которая пребывает в теле, они никогда не зацикливаются на внешних вещах, они не заинтересованы в этом. Понимаете? И вот если какой-то ачарья не может следовать правилам и предписаниям, которые установлены Шрилой Прабхупадой и Шри Чайтанья Махапрабху, то проблема возникает. Вы в этом случае не можете понять настоящее послание Махапрабху. So actually, if you are running here and there, you cannot understand. Maybe some speaker speaking nicely. Если мы ездим туда и сюда, то мы далеко не всегда сможем осознать, что какой-то проповедник он. In that case, the question of fall down coming. If you are going outside, то есть какой-то далеко не каждый проповедник может быть самосознавшийся себя душой. Dangerous means many brahmachari told me, Maharaj, it is not at all possible to maintain brahmacharya in foreign countries. He told me. Gaur Govinda Swami Maharaj's disciple, Srila Swami Goswami Maharaj's disciple, they all told me, Maharaj, it is almost impossible to maintain brahmacharya. Swami Maharaj is, you know, in such condition, it's possible for Swami Maharaj, Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati, Prabhupada giving kripa.
Yes. It's possible for them, but not for ordinary people. So if the rules and regulations set by Chaitanya Mahaprabhu, if any acharya not following, then it is very dangerous. Это очень опасно, если ачарья не следует правилам и точно, не следует точно правилам и предписаниям, которые оставили Шри Чайтанья Махапрабху и Шрила Прабхупад. И вот и все наставления Шри Чайтанья Махапрабху можно найти в практической форме в жизни Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Госвами Такура Прабхупады, в жизни Шрилы Бхакти Прамода Пури, Госвами Махараджа, Шрилы Сиддхартха, Госвами Махараджа. Don't allow them now. They think dirty room is a playing room. They know how sensitive this asan, so sensitive. If you like to maintain Gaudiya Math, you will have to maintain three things very carefully. Если вы хотите поддерживать Gaudiya Math, нужно три очень важных вещей. Должно быть. Первое — это Вьясасана, никогда не должно быть отстраняться. Второе — это кухня, и третья – ваш алтарь. Если вы сможете должным образом, согласно всем правилам, поддерживать чистоту, то тогда ваш Gaudiya Math может, как сказать, существовать должным образом. Иначе Кали будет влиять и мешать на каждом пути, повороте. Однажды Шрила Прабхупад, Сестра Шрилы Прабхупады, она очень пожилая была, ей 65 лет практически было. Она вошла в библиотеку Шрилы Прабхупады без... Я слышал от Гурудева, он был брахмачари, пранавана брахмачари. И вот Прабхупад начал кричать: «Никого нету ли здесь?» И Гуру Махарадж, он побежал туда. Что случилось? Что случилось? И тогда Гуру Махарадж сказал, что она была очень старая. Сестра Шрилы Прабхупады. Бхактисиддханта Сарасвати. Он никогда не думал, что она моя сестра, то или иное. This way. Шрила Прабхупад никогда не позволял никому, а сейчас ни один брахмачари, ни саньяси не может следовать этому правилу. Может ли? И поэтому мы не получаем результата. А почему мы не получаем результата? Потому что везде осквернение. Проповедь возможна только когда Мадхьямадхикари высшего уровня проповедует, поскольку Парамахамса он не будет проповедовать. Шрила Прабхупад, он Парамахамса, Бхактивинода Тхакура, они Парамахамсы, но они специально снизошли на предыдущий уровень Мадхьямадхикари, чтобы проповедовать. Но проповедовать можно, будучи только на уровне Мадхьямадхикари. Уттамадхикари он не может проповедовать, поскольку нужно говорить, что делать, что не делать. И как это тогда, если он не может делать замечания никому? Туласи Дас говорит. Sadhguru means you will have to speak this way. Don't do that, don't go there. A Paramahamsa can never speak that way. Gaurakishore Babaji Maharaj sometimes acting as Acharya. Hey, don't go there to hear Harikatha in Navadvip.
Бог Кишода с Бараджи Махараджи, хотя он Парамахамса, но он иногда действовал как ачарья. Он говорил людям, что не нужно делать. А да, Бхагаван Дас Бараджи Махараджи или Вамши Дас Бараджи Махараджи, они, будучи Парамахамсами, они никогда не видели никаких недостатков и не могли сказать людям, что не нужно делать, а обязанность Гуру говорит, что нужно делать и что не нужно делать. И Гуру Кишода Бараджи Махарадж, он однажды сказал Бимала Прасад Сарасвати, что тот преданный, он пошел к тебе, но не рассказывай ему ничего о... Don't give any lesson. О, my Prabhu, читание Читамрити Бхагаватам, поскольку он перед тем, как что-то кому-то рассказывать, поставит тарелку для пожертвования и будет забирать эти деньги себе. То есть его цель как бы не в деньгах, а не в проповеди. Но, а если человек, а если преданный находится на уровне Парамахамса, он этого не будет говорить. И поэтому для тех, кто проповедуют, они должны снизойти на этот предыдущий уровень. И настоящая проповедь возможна только на... для тех преданных, которые находятся на третьем, на высшем уровне Мадхья-Мадхика. Вот пример not feeling any, you know, disturbance. Так, например, случай с Шрилой Бхактивиданте Свами Махараджем, Госвами Махараджем, Бондев Госвами Махараджем, Бхакти Валабха Чирта Госвами Махараджем, они, будучи на Западе, они не чувствовали никакого влечения к материальному. И поэтому Махапрабху, он знал, что в будущем может что-то случиться не то, и поэтому он предупредил нас в этой шлоке. И те, кто пандиты, они никогда не смотрят на внешнее, на ваше тело, на... они смотрят на душу, пребывающую в теле. А если вы это не осознаете, то любая философия, какую бы вы ни помнили, она не имеет пользы, если вы не видите сути вещей. Follow. At least this kind of minimum, you know, foundation should be there. Detachment. Первое, у нас должна быть непривязанность, и только потом возникает вопрос Кришна Баджана, как в Намаштаке Муктакула Упасяманам говорится. То есть только тогда, когда вы освободитесь от влияния этого материального мира, то только тогда вы сможете начать Хари Баджан, как Гаджендра. Он хотел, чтобы помогли ему жены, дети и прочие родственники. Но когда Гаджендра, он понял, что ему уже никто не поможет, он взмолился Господу, и Господь Хари, он явился, чтобы помочь ему. И таким образом мы должны быть очень осторожны. Проповедь, она как бы везде происходит, но настоящая проповедь, она может изменить ваше сердце, ваше умонастроение. Как смотрите в случае с Шрилой Бхактивиданте Свами Махараджем. Он, это для него только была возможна такая проповедь. И поэтому на поле проповеди так много проблем возникает. Это единственная причина из-за этих осквернений. Hey, tomorrow go sell it. Open it. Or see it. Hey, Baba. Actually, you are my godfather. You touch my
what I become sick. I just never do it. My Guru Maharaj never allow anybody. One nice incident. Yeah. One day Guru Maharaj doing bhajan in Kalna, morning time. That time, Vardhaman king giving donation that temple. One man used to do something. Однажды Шрила Бхактипрама Пурига Свами Махарадж, он был в Калне, и однажды какой-то человек там в субботу проезжал, Гурудев повторял Харинам, он был находился в медитации, повторял Харинам, и этот какой-то человек к нему пришел, звал, он не слышал, и он прикоснулся к его лотосным стопам, Гурудев вышел из медитации и рассказал, что в Калькутте случилось, передал, Барин Бабу его звали, передал какие-то вещи из Калькутты, но... I feel some current going on. What happens? Но он сказал, когда я прикоснулся к вашим стопам, я почувствовал какой-то ток. Какой-то, как сказать, электричество какое-то как бы исходит. Пури Махараш, Шрила Пури Госвами сказал, ты когда прикоснулся, весь вся эта сила ушла, вся эта энергия ушла, как только ты прикоснулся ко мне. Да, Шрила Пури Махараш так пошутил. Но смысл в том, чтобы не касаться вайшнавов, которые находятся в медитации или повторяют харинам, и лучше их вообще не касаться.